такой ситуации, допустим, вот бок его, допустим, нога, да? Какие движения? Я больше, бы постарался, да, максимально избегать сближения, дистанцию, да? Я бы держал дальнюю дистанцию и встречал. Или оттянуться, повторил, ну там, да? Оп. Тоже очень аккуратно так. Давайте попробуем вот эту ситуацию, вот эту. Да, то же самое. На улице. А руки, ноги все, две руки, две ноги, что-то. Поэтому вот видите, вот Александр Сергеевич, как говорится, в очередной раз подтвердил, да? Руки всегда наверху, руки в нападении вы или в защите, руки всегда наверху. Идет двоечка, руки внизу, вам прилетело, вы не встали. Поэтому даже если вы нападаете, вот ручки подняли, раз, и руки наверху, у вас есть большой шанс, что вы себя защитите. Руки внизу, все, у вас все открыто, туда прилетела двойка, тройка, там девятка, у вас никого нет. Начали. С ручками попробуем, с ручками. Давай.